ступени ремонт, интересуются ремонтом дороги во дворе не местные жители, а чиновники. Узнать, как идут работы, приехали Борис Ясинский, его замглавы администрации, и Юрий Фурфурак, начальник управления благоустройства. Пока на четвертой линии работы в начальной стадии, нет еще асфальта. Однако замечания есть. Подрядчика попросили выровнять профиль на прилегающемся проезде. После двинулись дальше. Поменять асфальтовое покрытие нужно во дворах по 65 адресам. Сделать это должны до 31 августа. На работы выделено около 100 миллионов рублей. Также подрядчики начали производство работ в рамках муниципальных контрактов по ремонту картами. Начато фрезерование уже сейчас на данный момент на 9 участках дорог из 36. Также подрядчики немного подкорректируются при производстве работ, потому что необходимо и провести работы на некоторых съездах на дворы и также предусмотреть водоотводные валики, чтобы вода по дороге не заходила во дворы. За один день чиновники побывали на 4 адресах. Упомянутая 4-я линия – Татарская, Полетаева и Гоголя. На последний подрядчика попросили обратить внимание на съезды с проезжей части к дворам. Также нужно выполнить отсыпку этих участков. Контроль за ходом ремонта будет продолжен. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».